Ну что ж, всем привет, уважаемые телезрители. Мы после долгой паузы возвращаемся к нашей любимой, ну моей точно, любимой рубрике «Быстрый опрос». И сегодня мы поговорим на актуальную для меня лично тему, кто сколько набрал или скинул за новогодние праздники. Но так как у нас пандемия до сих пор продолжается, я буду записываться в маске. Поехали. Съездили на Аршан, дома просидели. Как вы вообще относитесь к новогодним каникулам? Нормальное время? Любите две недели этих? Если активно провести их, погода позволяет, то это хорошо. А вообще бы лучше летом отдыхали, чем зимой. То есть Новый год лучше был бы летом? Может быть. Слушайте, сколько набрали за новогодние каникулы? Полтора. Полтора килограмма? Да. Ну это немного вообще. Ну, старался. Это из-за того, что у вас активный отдых был? Ну да, маленько. А как думаете, если вот вообще ничего не делать, а целыми днями сидеть и просто есть, сколько за две недели получится набрать максимум? За две недели до 4 кг можно набрать. До 4 кг? Да. Ну ладно, следующий Новый год попробую. Спасибо большое. Смешно? Мы ездили на Байкал и катались на коньках. Да? Ты умеешь кататься на коньках? Да, я коньковежец. Серьезно? Какой у тебя результат? Не второй, юношеский. Слушай, а в новогодние каникулы тренировки есть? Нет. Вообще ничего не делаешь? Нет. Ну, а как вообще, чем ты занимаешь свое время, если, например, вы в городе и никуда не уезжаете, вот что ты делаешь? Ну, читаю, уроки делаю. Прям читаешь, уроки делаешь? Да. Это мама? Да. Прям читает, уроки делает? И получается, лучше бы всегда были каникулы, чем вот эта учеба, вот это все, да? Ну, не знаю. Но учеба тоже нужна. Зачем она? Чтобы не быть тупыми. Как дела? Отлично. Настя, мы сегодня общаемся про новогодние каникулы. Что я могу сказать про новогодние каникулы? Ну, что у тебя первая в мысль, какая первая сразу на эту тему? Что? Так же нельзя. А как можно? Так нельзя говорить. Ладно, я отдыхала. Каждый день? Да. Прямо без перерывов. С перерывами. Как ты сказал, с перерыв? С перерывами. Тебе сложно дается это слово? Я картавлю. Правда? Я не заметил просто. Чем вы занимаете вот это утреннее время? Спите до конца? Да. А во сколько, вот если гулять идете, во сколько обычно встречаетесь? Час, два. Час дня и до самого вечера? Да. Не да. Надоедайте друг другу, ну по-честному. Нет. Ну, бывает, что он тебя бесит? Иногда. Да? Да. А с ним есть такая история? Да. Да? И что вы делаете? Ничего. Ну, дрались хоть раз? Да. Кто сильнее? Не знаю. Типа так, по обоюдному. Ну, красава, я понял, давайте, счастливо. Счастливо. Пока. Пока. Слушайте, мы сегодня общаемся насчет новогодних праздников. Так. Вопрос такой. Набрали ли вы сколько-нибудь килограмм за эти праздники или наоборот скинули? Похудела. Похудели? Да. Как так? Работаю. А что у вас за работа такая? Я лаборант. Ну пока между похудением и лаборантом нет связи, если честно, не вижу ее. Есть, потому что я работала 1 января. С утра, и все следующие праздники тоже. То есть уже все съели? Да, я просто была съедена. Я нисколько не набрала, Таня много набрала, поэтому она уходит. Таня, в общем, мы с девочками уже пообщались за кадром, они нам рассказали, что одна похудела, одна набрала за Новый год. Так кто что? Я скинула прилично. Сколько? Ну, килограмм 10. В чем секрет? Я много отдавала еды, испорченной гостям. Друзьям, гостям, которые приходили ко мне. И у меня все получилось. Зачем ты испорченную еду отдавала? Ну, я считаю, что на второй день уже мужу и себе не стоит есть. Ну вот, есть друзья. Настолько их любишь ты, да? Вкусно. А ты, получается, что? Набрала? Набрала. Сколько? Полтора. Так мало? Ну, это же полтора, мне кажется, это вот ежедневно, типа, покушал, на следующий день скинул. Ну, да, да. Каждый день по полтора, сколько новогодних праздников было? А, то ты за день? Набрала ли ты за новогодние праздники? Нет. Нет. Почему? Скинула.
Ну, потому что я знаю, что это тяжело потом. Что? Справляться от веса. Серьезно? Да. А как ты скинула? Ну, что ты такого делала? Ничего не делала, я просто не жрала так много. Ну, это ж невозможно на новогодний праздник. Все возможно. Все возможно? Да. Набрали в весе или скинули за новогодний? Как был, так и остался. Вы просто не проверяли? Нет, серьезно. Честно, честно не проверяли? Честно, у меня весы дома стоят, 84 килограмма. Ни туда, ни сюда? Ни туда, ни сюда. А как так-то? Ну, вот так. Ладно, мне некогда, ребята, я побежал. Я понял. Вопросов нет. По телевизору. Не-не, это не на телевизоре. Плюс 5. Сразу, моментально. Серьезно? Да. Ну, если честно, я примерно так же. Ну да, ну, как всегда. Как так происходит-то? Вроде же не замечаешь потому вообще. Потому что дома сидим, новогодние праздники, никто не работает. А дома что, холодильник постоянно открыт. Вот, все. Кушаешь, лежишь. Да, да. И что теперь с этим делать? Закрыть холодильник. На замок? На замок. На кодовый? Да, да, да. Или прикольно было бы, если бы какой-то замок стоял, перед тем, как открыть холодильник, нужно что-то спортивное сделать. Сколько-то калорий скинуть, прикольно было бы? Да, было бы здорово, да, сделать какие-нибудь физические упражнения. Да. Стартап? Да. У тебя как с этим обстоят дела? Набрал или скинул весь? Ни туда, ни сюда. Проверял или не проверял? Проверял. Прям на весы вставал? Да, я тренировался. А, ну типа у тебя вес надо, чтобы был? Да. И почему ни туда, ни сюда? Потому что тренировки были постоянно? Да. В этом секрет? Не знаю. А думаешь, если бы не было тренировок? Думаю, набрал. Думаешь, сколько набрал бы? 5 килограмм. Да? За новогодние праздники? Это что, ты так много на тренировках скидываешь? Нет, просто держу форму. Постоянно следишь за этим, да? А сколько у тебя вес? 81. Красава. Тебе надо, чтобы 80 было, да? Нет, у меня весовая категория 81. А чем ты занимаешься? Боксом. О, все, мы уходим. Ну что, уважаемые телезрители, вот и подошел к концу наш быстрый опрос. Я могу сказать честно по себе, я даже не заметил, что я набрал, мне просто об этом все люди говорят. Вот, поэтому неважно вообще, набрали вы или похудели, главное, что новогодние праздники прошли хорошо. Это был быстрый опрос, меня зовут Быстрый Владимир, пока-пока.